потоком. 9 июня я шел в сторону Ак-Орды возле Байтерека. Меня скрутили, забрали, в Исильские РУВД отвезли, там 4 часа продержали. И избили, руку вывернули. Гражданский активист Дулат Агадил несколько раз был привлечен к административному аресту за участие на несанкционированных митингах. Во время последнего ареста он требовал личной встречи с генеральным прокурором, верховным судьей и министром внутренних дел. Ни одна из этих встреч не состоялась. Наглядно это показывает, что у вас МВД все сгнило, прокуратура сгнила. Видели, да, как они? Мы должны потребовать от режима, чтобы немедленно было произведено расследование и были наказаны просто во первом этапе исполнители. И мы должны потребовать ответственности от самого Нурсултана Назарбаева, потому что именно он построил этот преступный режим, и руками этого преступного режима был сегодня убит Дулат Агадил. Көше партиясы жасасын, көше партиясы.